Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области проверил ход реконструкции щелковских межрайонных очистных сооружений. Это крупнейший объект коммунального хозяйства региона. Он обслуживает более 700 тысяч жителей городских округов Щелково, Пушкино, Королево, Ивантеевки и Фрязино. Реконструкция проходит в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и является одним из самых масштабных мероприятий, которые реализуются в рамках президентского проекта «Экология». Сейчас на объекте начались гидравлические испытания первой линии. Приступили к реконструкции очистных сооружений, которые на сегодняшний день составляют 320 тысяч кубов в сутки переработки отходов. Но при этом мы в рамках реконструкции будем увеличивать до 400 тысяч приемки сточных вод. Что важно? Важно, что мы, не останавливая производственную деятельность нашего предприятия, что называется по-живому, проводим эту реконструкцию. На сегодняшний день уже проведены масштабные работы по реконструкции. По словам министра, гидравлические испытания первой линии – процесс очень трудоемкий и займет несколько месяцев. Также в ходе осмотра щелковских межрайонных очистных сооружений он напомнил о том, что еще 5 лет назад здесь была настоящая экологическая катастрофа. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева были проведены все необходимые противоаварийные мероприятия. Впереди следующий этап реконструкции. Мы не останавливаемся. Мы сейчас проводим этап пусконаладки. Параллельно продолжаем строительно-монтажные работы следующего этапа, чтобы уже в следующем году полностью завершить проект и сдать этот объект в эксплуатацию полностью на 100%. Важно отметить, что на первом этапе, благодаря установке блока ультрафиолетового обеззараживания и блока газоочистки, качество очистки сточных вод улучшится в несколько раз. Также за счет реконструкции решатся такие проблемы, как загрязнение воздуха и неприятный запах. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.